Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, причастной к ресурсному обеспечению международной террористической организации «Исламское государство», которая запрещена на территории Российской Федерации. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что в период с 2019 по 2020 год действия по указанию своих сыновей, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики и являющихся участниками МТО «Исламское государство», указанное лицо перевело денежные средства на подконтрольные данные террористической организации банковские счета. В последующем указанные финансовые средства использовались членами МТО для приобретения огнестрельного оружия, обмундирования, закупки средств передвижения. На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 прим. 1 статьи 205 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма. Приговором 2-го Западного окружного военного суда указанное лицо признано виновным в совершении указанных преступлений. Ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.